Те, кто любит оплачивать счета за коммунальные услуги по старинке на почте, не перестают жаловаться на огромные очереди, в которых приходится стоять иногда более часа. А что мешает воспользоваться новыми технологиями? Жизнь не стоит на месте, и на смену многим пережиткам прошлого приходит интернет. Приближается конец года, и многие стремятся оплатить коммунальные услуги. Чтобы не терять время в очередях, воспользуйтесь удаленными сервисами. Сбербанк предлагает оплатить счета без комиссии через банкомат или Сбербанк онлайн. А теперь о самом интересном. В честь наступающего Нового года Сбербанк предлагает своим клиентам уникальную акцию «Счастливый платеж». Оплатив услуги ЖКХ через удаленные сервисы наличными или по карте до Нового года, вы сможете вернуть свои деньги обратно. Чтобы принять участие в акции «Счастливый платеж», необходимо совершить платеж через сервисы Сбербанка, такие как банкомат, платежный терминал или систему Сбербанк онлайн, на сумму от 1500 рублей. Далее вам нужно отправить специальный код, который будет на вашей квитанции, на номер, предназначенный специально под акцию. Формат смс-сообщения, акция, пробел и номер операции. Согласно условиям акции, если ваш платеж станет 3000-ным, 6000-ным и так далее, до 297 тысяч, вы получите приз от Сбербанка, это предоплаченная карта «Сочи-2014». Вот, номиналом 3000 рублей. Если ваш платеж, зарегистрированный платеж, станет 300-тысячным, то подарочная карта номиналом 15 тысяч рублей. Количество отправленных СМС не ограничено. Сколько раз будете оплачивать счета, столько раз можете и регистрироваться для участия в акции. Тем самым ваши шансы выиграть приз возрастут в несколько раз. Если вы неопытный пользователь, то вам всегда придет на помощь консультант по банковским продуктам. Ежедневно мы помогаем клиентам, у нас работает несколько сотрудников, абсолютно каждый сотрудник готов помочь клиенту, обучить его оплачивать коммунальные платежи. Также приходят клиенты, которые самостоятельно уже оплачивают различные банковские операции, совершают коммунальные платежи и различные денежные переводы. В Сбербанке отмечают, что на сегодняшний день их клиенты стали довольно грамотными. Многие оценили доступность и удобство оплаты через банкомат. Раз в месяц я получаю пенсию в Сбербанке, оплачиваю мобильную связь, интернет и спутниковое телевидение. Насколько это удобно? Ну, это гораздо удобнее, конечно, потому что, во-первых, не стоишь в очереди, во-вторых, я не знаю, как, почему, мне очень удобно. Да, конечно, удобно оплачивать через банкомат. Во-первых, постоянно 24 часа он доступен, без комиссии, всегда быстро, вовремя деньги приходят на счет. Я, как обычно, оплачиваю счета всегда дома через интернет, но сегодня я решил дойти до банка, оплатить через банкомат, потому что это удобно и, в общем-то, мне выгодно достаточно. Воспользуйтесь услугами Сбербанка и вы. Оцените удобство удаленных сервисов и попытайте удачу в акции «Счастливый платеж». Валентина Домарацкая, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».